только сегодня. Главное предложение дня – снижение цены на 3000 рублей от шведского бренда Велзер. За 15 минут вы подтянете свое тело. За 15 минут вы приведете мышцы в тонус и правильное кровоснабжение. И будет топиться жир. А самое главное, в любой день недели вы получите невероятное укрепление здоровья. Премьера на телеканале Shop&Show, лидер продаж по всей Европе 21 год. Более 10 миллионов телезрительниц уже оценили качество, потому что за 15 минут в день вы получаете спортивный зал. Представляет сегодня наш бренд, эксперт в рубрике «Красота и здоровье» Александра Кленова, которая не только сама тренируется, но и является выпускницей медицинского факультета РУДН, автором многочисленных медицинских статей. И я попрошу показать Александру Кленову прямым кадром. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте, уважаемые зрители. Физкульт, привет. И сегодня мы проведем этот час со шведским брендом Велзер. Ему более 15 лет, и ему доверяют миллионы женщин, причем и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Китае, то есть в разных странах абсолютно мира. А чем уникальна виброплатформа, о которой сегодня идет речь? За 15 минут вы проработаете 100% мышц своего тела, и это поможет вам эффективно сбросить вес. 15-минутная тренировка заменяет вам час тренировок в спортзале, даже если тренировки высокой интенсивности. Здесь вы стоите и ничего не делаете, но вес худеет, потому что ваши мышцы делают 50 сокращений в минуту. Нам сложно пресс сократить 50 раз в минуту, мы не сделаем столько подъемов тела, а здесь вы просто стоите, и вот она проработка мышц. Я даже хочу показать на нашей Оле, видите, уходит жирок с живота, самый коварный, который тяжело сбросить, потому что мелко-мелко-мелко сокращаются мышцы. Также тренируются еще и мышцы сердца. Сердце тоже мышца, любит тренировки. И вот такая вот кардиотренировка, кардионагрузка ваше сердце укрепляет. К тому же, поскольку вы сжигаете вес, нагрузка на ваше сердце уменьшается. Чем меньше вы весите, тем легче вашему сердцу этот вес переносить. И по эффективности жиросжигания такая тренировка более эффективна, чем плавание, чем тренировка в спортзале, и намного более эффективна, чем качание пресса дома. Здесь есть 99 программ. Вы можете выбрать сами ту, которая вам нравится. И уже через несколько занятий вы отметите, что вам стало легче дышать. Вы укрепили дыхательную систему. Потихоньку ее укрепляете. Начнет постепенно снижаться лишний вес. Причем в первую очередь будет уходить вода, отеки. Поэтому так называемые отвесы, потеря веса будет достаточно заметна уже после нескольких тренировок. Да, идеально. А в перспективе у вас еще будут меньше болеть суставы и будут меньше вас беспокоить вены. Потому что это тренировка и для суставов. И также помогает такая тренировка укрепить тонус сосудов, потому что вы двигаетесь всем телом, и тонус организма в целом увеличивается, улучшается. А также эта платформа маленькая, компактная, легкая. Можно ее хранить в любой, даже в самой такой миниатюрной квартире, даже в студии. И одна такая платформа заменит вам целый спортзал, причем тренировка всего 15 минут в день. Фантастика! 10 минут, когда вы стоите на виброплатформе, заменяют 2 часа бега в спортивном зале. Это невероятно! Вероятно, у нас сегодня уникальная цена 9999 рублей. Цена, тем более, со скидкой 58%. Одна покупка на всю жизнь для всей вашей семьи. Причем у нас целый год гарантии от шведского бренда Велзер. И можно выбрать цвет. У нас сегодня есть два цвета виброплатформы. Это черный классический и бирюзовый новый цвет, абсолютно эксклюзив на нашем телеканале. Поэтому выбирайте. Для меня это вообще шок. Вы знаете, вот у нас телезрительница из Нижнего Новгорода, когда приобрела такую платформу, а ей около 50 лет, Наталья, она говорит: девочки, я никогда не ходила в зал, но, говорит, я поняла, что вследствие гормонального изменения я начала набирать вес очень сильно. Я, говорит, увидела эту виброплатформу, зацепилась за то, что 15 минут в день – это весь спортзал, 10 минут в день заменяет 2 часа бега, и что вы думаете? Целый месяц пассивных тренировок я похудела на 8 килограмм. Мои мышцы, особенно внутренняя часть бедра, перестала быть как холодец. У меня мышцы укрепились. Конечно, конечно. Потому что здесь делается 50 сокращений каждой мышцы за одну минуту. Сокращаются мышцы живота, то есть тренируется пресс, животик уходит. Сокращаются мышцы бедер. И я даже вам покажу сейчас вот на Наташе, да, посмотрите. Видите, вот как хорошо работают мышцы. Как будто Наташа делает 50 подходов на пресс.
пресс за одну минуту. Нам с вами сложно будет это сделать, и Наташе тоже сложно, но вот она работа, вот он уходит жирок. Посмотрите, кстати, как хорошо сокращаются мышцы бедер. Не будет целлюлита, не будет лишних сантиметров. А мы знаем, что каждый лишний килограмм – это нагрузка на сердце. И вот, собственно, как выглядит наша мышечная система, наша мускулатура. Когда мышцы быстро-быстро сокращаются, жировой слой как бы топится. И постепенно ваши объемы становятся все меньше и меньше. При этом вам надо всего 15 минут в день постоять на виброплатформе. Согласитесь, что нет такой тренировки в спортзале, которая длится 15 минут. Фантастика. А теперь есть. А вот теперь обратите внимание, цены, которые были выше, при этом сколько стоит абонемент в спортзал? От 60 тысяч рублей, если это обычный спортзал, это может быть и 20, и 25. В любом случае вы экономите очень хорошо, потому что в любой день недели вы тренируетесь, а это бодрость, это радость, это возможность приходить на работу в прекрасном настроении, не вставать в 6 утра, чтобы приехать в зал, или, допустим, вечером, когда у вас нет сил, вы понимаете, что вы можете такую тренировку провести даже дома. Шведский бренд Велзер представляет ленивую тренировку. 10 минут в день заменяют 2 часа бега. Но здесь ведь можно не только бежать, вот как девочки, да, надо усиленно поставить, да, скажем, программу, но здесь можно и как я сейчас поставила самую низкую программу. Режим ходьбы. И как раз режим ходьбы. Расскажи, пожалуйста, какие режимы есть? С удовольствием. Итак, давайте посмотрим. Здесь есть 3 режима. Режим ходьбы, режим бега и режим быстрого бега. Я рекомендую начинать с режима ходьбы. Вот, видите, красный кружочек наверху. Это щадящий режим, тогда слегка трясется виброплатформа. Конечно же, начинающим показан именно он. Режим бега. Ускоряемся. Это когда вы уже несколько недель прозанимались, хотите ускорить процесс сброса веса. Ну и для самых продвинутых спортсменов вот режим быстрого бега. Тогда интенсивно трясется виброплатформа. И еще быстрее уходят ваши лишние килограммы, еще лучше укрепляется, прорабатывается ваша сердечная мышца. Кстати, можно еще и регулировать нагрузку с помощью положения на платформе. Ноги стоят врозь, нагрузка меньше. Ноги стоят вместе, нагрузка больше. И обратите внимание, что это очень быстрая тренировка, 15 минут в день, но за счет миостимуляции, за счет сокращения мышц вы очень быстро сбрасываете вес, потому что работают сразу все мышцы вашего тела. А самое главное, вы можете использовать такую виброплатформу не только стоя, но и сидя, прорабатывая абсолютно все мышцы. Поэтому будьте красивы, будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть каждый день у вас будет супер настроение. Виброплатформа только сегодня в уникальной цене 9 999 рублей.